Всем привет! Хочу с вами поздороваться. Сегодня еще не приветствовала вас, мои дорогие, мои хорошие. Мне, конечно, с утра сегодня прилетела эстафета опять от Танюшки. Танюшка, спасибо тебе большое. Я, конечно, в ней обязательно поучаствую, но сегодня все-таки такой будет домашний, воскресный, наверное, влог. Вот варю супчик с фрикадельками и немножко хочу вам про свой образ. Вообще, когда я планировала дневник домохозяйки канал, я думала, что там халатик домашний, повязка на голове, это будет как бы моя визитная карточка моего канала. Ну, у меня есть сестренка такая в Москве. Ленуська, смотришь меня, знаю. Вот. Она все раскритиковала в пух и прах. Да вообще нужно при макияже перед камерой и там, значит, чтобы на тебе платье было вечернее. Ленуська, я домохозяйка, я ж не на бал, я ж вот стою целый день около плиты, сама знаешь, у меня семья, у меня две собаки, которым надо готовить, так что не обижайся на меня. Можно я буду такой, какая я есть? Спасибо, что слушали опять мою болтовню. Оставайтесь со мной на канале. Думаю, что будет интересно. Постараюсь, по крайней мере, чтобы вам было со мной интересно. Всех люблю, всеми ценю, всех ценю, вернее, всеми дорожу. Мои хорошие, мои дорогие. Все, сентиментальность мою никуда не деть. Это возрастное, возрастное, все пройдет. Мои добрые, мои отзывчивые, мои душевные. Всем воздушный поцелуй. Съездили с Сашей за продуктами. Он на 2 дня уходит на работу. Я а 30 у нас там тоже мероприятие намечается. Не буду говорить, какой, увидите. Говорю, давай съездим, купим. Народу кругом. Это что-то. Ой, извиняюсь. Это что-то вообще. Я не знаю. Стояли в кассу. Ну, час, наверное, точно. Ладно, что-то опять тут разговорилась. Только поговорить бы тебе, Алла. В общем, все самое элементарное. Фрукты, что не было. Бумагу туалетную. Она у нас... мы ей не пользуемся. У нас, походу, ее едят. Я не знаю даже. Единственное, взяла вот вместо вареной сгущенки вот такую сгущенку с кофе. Хочу десертики попробовать сделать, чтобы был вкус кофе. Сыр куда-то там, мясо по-французски. Ну, в общем, сыр пусть будет. Творожный сыр на тарталеточке. Ну, правда, тесто слоеное забыла. Ну, это не самое главное, чтобы тарталетки испечь. Так, рыбки взяла. Такая прям увидела для салатов и бутербродов. Уже все прям готово и без косточек, вообще шикарно. Вот, хватит нам. И вы не поверите, вы меня сейчас поймете. Я не знаю, может быть, конечно, вы видели, но вот эта сельдь Васи, это из моего детства. Я ее увидела первый раз у нас в магазине. Ностальгия такая нахлынула, думаю, возьму с картошечкой. Попробуем. Так, ну что еще тут? Колбаски, буженинки, грудки куриные копченые взяла, 2 штучки на салат. Пряников Женя просила. Вот такие, какое-то творожное кольцо со вкусом ананаса. Еще шампанское детское. Мы, люди не пьющие, будем с детками пить. Думали, дети приедут на праздники. А Павлик заболел. Все планы поменялись. Но нас, правда, зовут на новоселье. Извиняюсь за то, что телефон прыгает. Но это пускай такой эффект. Вот. Не подумайте, что у меня руки трясутся. Так, снимаю. Еще купила овощерезку. Нужна была мне тут морковка по-корейски в салат. Купили в магазине. Но невыносимо. Это, я не знаю, это просто название, что это морковь по-корейски. Ужас какой-то. Ее есть было невозможно. Вот хочу сделать. Протестирую сегодня. Саша любит морковку. Мама у меня просила вот такую овощечистку. Вот именно ей такого почему-то надо формата. Вот за овощечисткой заехали. И магнитик. Поедем на новоселье. Вот такой магнитик им еще
Ну так, как сувенирчик еще к основному подарку приложим. В общем, вот такие покупочки. Сумма составила 3000, по-моему. Вот за этот вот клочочек. Мяса еще здесь нет. Мясо мы не купили. Мясо мне не понравилось. Мясо буду ближе к праздникам. Как-то так. Пробовала свою новую овощерезку. Классная штука. У меня было их куча. Ну куда они все делись? Может быть, когда из квартиры мы переезжали сюда, в свой дом, я их выкинула. Ну, в общем, не факт. Но смотрите, какая красота из двух морковок у меня получилась. В общем, у меня времени мало. Минутка. За минуткой я должна успеть все. Уже обжаривается лучок. Какой-то новый рецепт корейской морковки. Но ей надо будет что мариноваться. Запокажу вам не сегодня ее. Вот. Это тоже у одной из моих подписчиц. Да что у тебя язык-то заплетается. В общем, мои дорогие. Я вас, как всегда, всех люблю, уважаю, ценю. Вот говорю, рукой махаю, камера трясется. Но это Алла, ее уже не исправить. В общем, до новых встреч. Давайте, оставайтесь со мной, я остаюсь с вами. И ждем новых встреч. Пока-пока, мои дорогие, любимые.